И накануне президент Татарстана побывал на сельскохозяйственной ярмарке. Он оценил ассортимент и цены. А позже Рустам Миниханов осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс в Новосавиновском районе Казани. Он расположен на улице Короленко и начал работу 1 октября. Президенту показали кафе, комплекс бань и саун, спортивный зал, зал для аэробики. Также Рустам Миниханов ознакомился с техническими решениями, которые применяли при строительстве и оснащении комплекса.